Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня у нас 6 марта, и мы приступаем к посеву перцев и баклажанов на рассаду. Перец белое золото и толстый барон сеем уже из своих семян и из магазинных. Вот такой вот перец, бизон красный, мавр, это вот такой вот шоколадный перчик, и воловье ухо. Также замочили несколько старых перцев, в общем, старые семена, еще на 2014-2015 года, не знаю, зайдут или нет, но посмотрим. И баклажаны день и ночь, пеликан, андрюша и багира. Все замачиваем в растворе пин экстра на 100 мл жидкости. У нас идет 2 капли и пин экстра. Можно семена наши поместить вот в такие вот салфетки, закрепить скрепкой и подписать, какой скрепкой, какой мы сорт, соответственно, закрепили. Можно использовать ватные диски. Но главное, чтобы у нас семена были просто вот так вот смочены, но не закрыты водой, чтобы они, так сказать, не задохнулись. И оставляем вот в таком состоянии наши семена на 3 или 4 часа. Ну, так сказать, их простимулируем, чтобы они у нас быстрее и лучше всходили. Кто-то замачивает просто в воде семена, кто-то использует перекись водорода, например, 1 столовую ложку на литр воды, и затем, ну, точно так же вот смачивает либо в салфетках, либо в дисках семена. Кто-то делает именно посев вообще сухими семенами. В принципе, каждый способ имеет право на существование. Ну, каждый делает, наверное, так, как ему удобно. Что касается именно замачивания в пин экстра, затем рекомендуют слить вот эту жидкость и семена немножко, так сказать, промыть. Хотя бы кто-то под проточной водой говорит, нужно промывать, кто-то просто залить водой, чтобы немножко они, так сказать, постояли в этой воде. Ну, в общем, каким-то образом как бы смыть, что ли, вот эту вот жидкость нужно будет с них. Ну, я немножко просто залью водой и так отожму, особо не буду заморачиваться по этому поводу, потому что землянику сеяли, тоже стимулировали эпинекстры, и как бы никаких проблем не было. Сеять семена буду в общие контейнеры под баклажаны и под перец. Подпишу, что в каком порядке посеяно, а затем уже будем пересаживать в отдельные стаканчики, потому как сейчас найти сразу много места под именно вот такую вот отдельную посадку очень сложно. Потом посею так вот в общие, так скажем, контейнера, затем уже распикируем их. Набираем грунт в наш контейнер, отмечаем примерные места, где мы будем сеять наши баклажаны или перцы. Для тех, кто впервые сеет, лучше все-таки распределить семена по верху грунта, а затем уже присыпать слоем почвы где-то около 1 сантиметра. А тем, кто уже, конечно, имеет большой опыт, они уже как бы особо и не замечают, на какую глубину они сеют, просто потому что рука уже набита, и как бы сеешь да сеешь. Ну, примерно где-то около 1 сантиметра, чтобы семена слишком не провалились именно вглубь почвы, тогда они будут дольше всходить. Раскладываем семена и присыпаем их почвой. И точно так же сейчас будем сеять наш перец. Ну вот, закончили посев. Увлажняем поверхность и накрываем либо пленкой, либо же вот такой вот тепличкой сверху, и ставим в теплое место при температуре 25-28 градусов. Перец и баклажаны очень хорошо прорастают. Ну, теперь только осталось ждать всходов. Ну, а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости, и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.